Время идет, и на подходе новое поколение хоккеистов. Раньше каждую раздевалку разносили AC/DC. Сейчас у молодежи другие кумиры со своей философией. Раньше хоккеисты были невероятно суеверны и как от огня бежали от камер. Сейчас же, благодаря головой об лёд, они сами стали блогерами. Добрый вечер, с вами головой об лёд. А вдруг они будут днем смотреть? Добрый вечер. Ты еще один добрый день. Добрый день. Доброе утро. Ну вы уже поняли, что в субботу в 22:00 и воскресенье в 11:00 вас ждет просто бомбический выпуск. Только здесь самые свежие и горячие новости о казахстанском хоккее. И только в этой программе не спрашивают про настрой на игру. Смотрите головой об лёд. И план еще. Да, ну и план на игру.